Всем привет уже. Сегодня сейчас уже 12:20, и сегодня понедельник, 1 января, уже 2018 год. Сейчас мы собираемся поехать, получается, где-то часов, наверное, без 20 или в час на склон опять, потому что я хочу сегодня покататься на сноуборде. Вот, и поэтому мы решили, что сегодня мы тоже поедем кататься. Hey, yo. Сегодня самая солнечная погода из всех, которые мы были здесь, и это очень круто, потому что наконец-то нет тумана. С тренером, точнее третий день, вчера, позавчера было 2 часа, сегодня мы решили за час, потому что, ну, я уже многие приемы знаю, могу кататься. Мне осталось только самой это все тренировать, программу, будет все вот так, да. Сюда очень тепло и много людей. Короче, я обожаю свой сноуборд. Точнее, не мой, но как бы он мой. Он уже 3 дня как мой, да. Так, плюс. Здесь, короче, такая лента, скипас. И здесь можно встать и катиться, потому что я уже вот такую штуку пробовала, но со стороны, где дети вот катаются с подсеткой, там просто очень бугристая поверхность. Поэтому катаемся на склоне для взрослых. В той стороне он покруче, в этой стороне он более такой пологий, да. Короче, привет. Сейчас мы уже идем к нашей машине, и я уже накаталась, и мы еще сходили в кафе, и, ну, такой, знаете, как, типа, маленький ларечек, и там очень вкусный сэндвич, очень вкусные. Мы взяли 2 сэндвича с индейкой и одну гонконгскую вафлю с шоколадом и с орехами внутри. Очень вкусно, и сейчас мы направляемся к машине, чтобы поехать домой. Мне пипец как замерзли пальцы, потому что я без перчаток, и мне перчатки не спасут, потому что они мокрые. Я в них каталась. И, блин, посмотрите, у меня на концах пальцев обморожение уже. Ужас какой.